Отделяем малое филе грудки от большого и отбиваем с двух сторон. Удаляем с середины помидоров и нарезаем их кубиками. Режем зелень. Трем на терке сыр. Режем крупными кубиками сыр халуми. Начинка пирога готова. Солим и перчим мясо. Выстилаем им форму. Сверху выкладываем начинку. На оставшиеся незакрытые части кладем малое филе. Сверху можно смазать яичным желтком. Отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов на 40 минут. Из оставшихся серединок помидоров делаем соус к пирогу с чесноком, солью, перцем, оливковым маслом и зеленью. На готовый пирог выкладываем листики розмарина, посыпаем паприкой. Приятного аппетита!